Это вот мелкозерная которая. Да. То есть убирается все, всякая примесь. Камень, любая зерновая примесь, смолы, если где-то надколоты или что-то, все это убирается. Какие виды переработки на заводе производятся у вас? Мы, значит, основной вид переработки у нас — это чечевица, зеленая, красная, крупная, тарелочная зеленая. Это нут, это проса, делаем пшено из него. Это подрабатываем ячмень, делаем перловочку. И готовим семенной материал. Семенной материал — это и овес, это и лен, это и нут, чечевица. Также мы даем фермерам на выращивание семена овса, семена нута, семена чечевицы, красной, зеленой, мелкозерной и крупная чечевица тарелочная. Как раз те семена, из которых можно вырастить продукцию и затем ее поставить вам на переработку. Естественно, это является заделом на следующий год. Семенной материал под наш завод, это имеется в виду нут, чечевица, красная, зеленая. Это что основное. И горох. Кстати, горох тоже мы с удовольствием перерабатываем, имеет очень хороший спрос. И есть заказы у вас по довальческому сырью, чтобы из него подготовить готовый продукт и отдать фермеру? Ну, на довальческом сырье мы работаем только условия переработки. То есть, если фермер хочет переработать и продать свой товар уже не сырьем, а готовой продукцией, таким мы занимаемся. Берем у них из нашего, может, семена, ну, семян, может, не из нашего, разницы нет. Но если кто-то хочет переработать, с удовольствием переработаем. Ясно, ясно. И поможем, соответственно, в сбыте. То есть они могут нас переработать, мы им дадим контакты, кто покупает, кто нуждается в этой продукции. Поможем с реализацией без вопросов. А мощности предприятия каковы? Ну, порядка 30 тонн в сутки. Угу. Да, ну это в среднем, да. Если по нуту, то тут до 40 тонн. Ясно.